просчеты позиционные приводили к голевым атакам соперника. Так, а тут нам не очень хорошо виден этот момент был возле ближнего борта. Вот что здесь. Тут никакое не нарушение, а просто раскрошилось стекло. И боюсь, что потребуется некоторая пауза. Даже не исключаю возможности, что сейчас игра будет остановлена. И вот эти 5 или сколько там минут. Кстати, вот так играть нельзя, как сыграл сейчас Сапрыкин. Это называется клиппинг, отсечение. Да, в колено соперника. Ну, здесь, судя, нарушений не углядели. Единственную шайбу на 10-й минуте забил Артем Лукоян.